Вот вы, пацаны, такие наивные, вы думаете, дядя Вова такой добренький, такой веселый, такой юморной, всегда там баечки рассказывает, ходит, ой-бай, ни хрена подобного. Дядя Вова, блин, иногда как набухается, и потом у него заходы такие-то. Аж динамит прибежал, испугался. Прямо иногда, вот не знаю, прямо иногда, блин, на пиндосов, блин, так рассержусь, что, блин, аж не знаю, блин, вот, блин, разломал и все, черт, нафиг, блин, пиндосы такие, блин. Ну, теперь чуть-чуть поломал, теперь надо как-то дальше сломать, чтоб совсем, блин, ух, эти пиндосы, блин, нет пиндосов, нет, чтобы, блин, вся пиндосия нафиг провалилась куда-нибудь. Вот так все, успокоился. Пойду дальше вино пить. Ну что, пацаны, следующий самый такой неприятный проект. Ковырялся целый день, разбирал эти старые краны, раскрутил с горем пополам. Там сухая штукатурка вся эта раскислая. Фанерку красиво нашел, выпилил, изящно вставил туда. Отодрал стенку эту, ну отодрал, в смысле как, оторвал, да, от стенки. Вот эту пленку там потом почистил так немножко, видите, чем-то мазали, потом клеили сюда, елки-палки, шайтаны такие. Теперь буду думать, как вот это все безобразие закрыть, и надо все краны менять. Потроха менять, тудым-сюдым. Не хочется все менять, но, наверное, придется все в круговую менять, елки-палки. Жалко, блин, старина, бросать ее. Ну, главное потроха найти, такие краны найти. Завтра поедем в город, будем искать. Ух, эти пиндосы, блин, нет пиндосов, нет. Чтобы, блин, вся пиндосия нафиг провалилась куда-нибудь. Вот так, все, успокоился, пойду дальше вино пить. Да шучу я, пацаны, надо это, блин, ванну ремонтировать. Позорная такая, блин, 100-летней давности стенки какие-то. Ёлки-палки, картон какой-то перерисованный. Хорошо приклеили, однако, пиндосы, блин, а? 100 лет назад у них был клей такой. Конечно, с советским не сравнится, но все равно пойдет так это приклеили. Чуть-чуть подержалось, видите, вот так это. Столько годов. Так. Пока тетя Оля дома нету, а то она увидит мои методы работы и может не очень, а добрый, так скажет. Дядя Вова, надо же это шадящее как-то. Короче, пацаны, нет у меня ножик охотничий. Купил китайский один. Такой был хороший, потому что дешевый был совсем. Прославился он, я с ним медведя гонял даже и потерял его, и опять нашел. А потом злобные воры украли его. И пошел я в этот магазин, есть у нас такой где-то. Ну, люди сдают барахло бесплатно, они потом продают немножко там, и это, а денежки эти пускают там на хорошие нужды. И там у них вот кухонный ножик взял и заточил так, это как будто мой охотничий теперь такой. Он был такой позорный какой-то, торты резать, что ли там. Это мой самый хороший охотничий ножик. О, слышу, тетя Оля пришел. Да. Тетя Оля, воюем? Нет. Стенки разваливаются, бляха-муха. Как воюете, что стенки? Ой-ой-ой. Сухой штукатурка. Раз это самое разваливается, смотри. Надо будет замазывать чем-нибудь. Ух. Дед Мороз будет залазить. Да, Дед Мороз. Ёлки-палки. Ага, ага. Ёлки-палки, ну. Камера работает, вас снимают. Okay. Ну смотри, ну елки, ну чё так оставлять? Да. Ну у нас же есть еще, ну вставим. Вставим? Режем такой. Ого. Ох, какая она, ага, болтается. Зараза. Ну. Не знаю, не люблю я так. Да не будем вставлять, Вов. Как, так оставим, что ли? Ну. Вот даешь. А ты замазывать, смотри, сколько надо много. Надо ведро целое покупать. Том. Ну, Томас голодный, все голодные, блин, а я злой, стенки ломаю. Ладно, пацаны, будем продолжать ломать стенки пиндосовские. Что-то я прилег так, закимаю, встал, дома бардак какой-то здесь. Черт, ногу сломит. Тетя Оля потерял, где она?
Привет, тетя. Привет, привет. Что делаешь? Ну вот в ванну дело, ты ж спишь там все. А что, не закончила еще? Нет, еще. Ёлки-палки. Помог бы немножко. Ужина меня, блин, час, ага. Я рожден был, чтобы сказки делать бульями, а тут какие-то пластики буду клеить на стенки. Ты что? Ну, как что, самый. Это вот такая вот разборная ванна? Да, самый такой дешевый вариант. Окей, шуткуем, ребята, купили это, чтобы голову не морочить это. Ну, такая фигня из пяти частей оказывается. И что хорошо, она, видите, в пазы входит тудым, сюдым. И это угловые, да, части, как вы уже догадались. А посередке там это широкий лист продается. И какая, в зависимости от того, какая у тебя ванна, если она сильно длинная, то этот широкий лист, а если она уже, то отрезаешь лист. Нам пришлось, видите, на полоске лежит, отрезал. Ну, клеим, что-то тут химичим, блин, теперь дырки делали, вот тут это самое паршивое такое. Ну, решили самый дешевый вариант, пацаны. Есть такие крутые, знаете, можешь купить, цельная прямо такая, притащил, поставил, и можешь прямо вместе с ванной, или можешь такой, которая входит в ванну, там это пластмассовые, там всякие, от сотни и до тысячи долларов. Мы за стольник купили. Ну, это же первая ванна, начнем, а там видно будет. Конечно, понравится, через неделю как возьмем, как купим, блин, за 500 такое это. Уже, знаете, это бежевого цвета там или что, или блестящий, с этими малахитами вкраплениями. Ну, потому что это очень важно, где задницу моешь, вот это помещение, оно должно быть. Даже, блин, Томас возмущаться начал. Да ладно, шуткуем мы, елки-палки. Сейчас приклеим эту фигню, все. Специальные херовины есть такие, видите, вот такие вот. В пистолеты втыкаешь, вот такой вот адхезик называется. Ну, работаем, пацаны, работаем. Хочется закончить уже, не знаю, блин, беляши хочется заработать. Ну, будем завтра беляши кушать. Да, на охоту бы надо тоже сходить, зайцы завтра. Пищать, блин. Ну, они будут пищать, наверное, еще. Долго. Ну, на следующем деле. Придется им пишать, не, а потом уже гости приедут, викинги, то все, опять не сбегаешь. Так, ну ладно, вперед. Я же вам не рассказал всю горькую правду. Ну, как и положено у нас на канале, да, вначале снимаем, а потом через задницу начинаем так это, отступление, и сначала все объясняем. Короче, этот бат, он заколебал, не бат, а как называется это, ванная, да? С самого начала капало, бежало, мокрело, чернело, тудым-сюдым. Не, чернело нельзя говорить, а то скажете, ой, дядя Вова, выезжай, все там это, плесень пошел убийственный, то все. Не, ну просто, ну заколебало такой, ну старенький домик, ну что хотите, да? Раньше видели же вот эту херню, что мы вырвали, да, вот это вот, видите? Ну вот здесь оно бежало все, да? И это, народу очень не нравятся эти штуки, они их выбрасывают. Почему? Потому что это, ну пока оно работает нормально, да, пока это. Ну раньше ничего лучшего не было. А потом со временем поняли, ну что картоны, покрытые сверху вот этим пластиком, это не очень хорошо. Где только чуть-чуть пластик повредил, сюда начинает попадать вода. А картон вода не любит, правильно? И вот картон начал заниматься херней. И мы тут уже, видите, вот подмазывали то все. Ну, неприятно просто. И решили мы сделать евроремонт. Взял я себе в паспорте, записал, что я приехал из другой дружественной республики. А, блин, да нельзя же никого обижать, никакие нации. Да ну что вы, блин. Ну, походили по страдали, блин. Тетя Оля говорит, давай полностью ванную менять. Кофеля там то все. Я говорю, не, я не хочу быть дворянином столбовым, нахер мне эти плитки, буду я сейчас геморрой заводить, тут еще сверлить их тудым-сюдым. Давай, говорю, дешевый пластик берем и все. И вот поэтому вот такой фигней занимаемся. Я не ожидал, что он такой, это будет короткий. Ну, блин, еще бы пару сантиметров повыше был бы, да елки зараза такой. Ну, ладно, пойдет, закрасим нам сверху. И это, я бы вообще еще бы очень больше хотел, чтобы ваши такой, знаете, дешевый вариант, чтобы это. Бывают такие видео, вот как здесь с выступом, с таким, ну только это наоборот, вот с таким, да, допустим. И потом это раз это шурупами так чик-чик-чик прошел. Ну, по-редняковски, так просто гвоздями шиферными, короче, прихерачил, а потом закрыл это безобразие чем-нибудь и все. Все дела. Ну видите. Да блин, ну ты фашист, ты заколебал! Я тебя назад в Германию отправлю! Ну шо ты, елки-палки, блин, перебиваешь? Ха! Томас! Ну это, ну пленочка тут такое-то защитное, когда его снимешь, вообще блестит все. Ну вот видите, краны новые, потому что краны сволочи, блин, я больше всего их боялся. Знаете, я боялся менять эти потроха, так неохота внутри там. И надо бы по-хорошему, знаете, надо было, может, не полениться, весь узел заменить, и потом можно было бы крутой такой поставить кран, знаете, вот так, ну одиночный такой-то.
короче, чем два вот так, один на холодный, один на горячий. Ну, и потом там сзади можно было пропустить эту херню и здесь выпустить для душа. Ну, а мы ее так по-топорному здесь впереди прикрутим опять и опять. Вся. Как телефонный, телефонный душ у нас называется, да? Так он сказал? Да, телефонный. Ага. Ну, ну, короче, ремонтируем, пацаны, ремонтируем. Мы и столяры, и плотники, и если надо, то и сантехники, и эти самые кафельщики, и нам настроители, короче. Так, ну что, пока я убирал все инструменты, то все, приходила рабыня Изаура, все почистила, тут немножко расхлебались на сегодня. Это вот этим маскинг тейп называется, когда красишь. Ну, поемки уже тяжело, там, да, чтобы не залезть никуда. Везде продаются такие, да, знаете, наверное, да, приклеил и все, что подкрасить. Да. И вот советуют вот эту фигню, тоже это маскинг тейп немножко. Ну, чтобы держать ее хотя бы на месте, знаете. Ну, вообще, это изумительно, я не знал, что такая штука, это клей, что так держит это. Железно. Ну, приклеили всю эту фигню. Ну, теперь 24 часа не трогать. Нельзя здесь ни танцевать, ничего, ни это, ни молиться нельзя, ни шептать, ничего. Шучу. Ну, ну, вообще я доволен. Знаете, я думал, будет этот проект гораздо хуже, потому что это, ну, рассчитывали прямо это на там $1000, знаете, это все менять, всю эту херню. А потом решили ванну не менять, а потом тетя говорит, а, а может вообще ничего не будем менять это? Только переднюю панель поменяем. Я говорю, давай, слушай, лист пластика купим и все, и заменим. Ну, а потом дальше больше, все краны разобрал, смотрю, они там это, такие, блин, вредные. Один кран червонец, короче. Повезло, нашли старинного образца, в одном магазине один только оставался, потом поехали в другой, там еще один купили. Видите, я их уже закрутил, они там блестят. А, но носик этот тоже довольно проблематично было найти, между прочим, потому что таких уже почти нету, знаете, это. Ну, все такие есть, которые вот так перекрываешь и душ, только вот таких вот нету, чтобы здесь шланг прикрутить. Но и все уже это внутри там отправляют воду наверх, там это и здесь выходит так элегантно. Ну, но один такой вот нашли, а был еще один, где этот выход сбоку был. Для телефонного душа, для шланга душа. Ну, хотя и так, привычно уже такой сверху у нас был. Так, так, ну что еще? Ну, в принципе, все. Ну, как я уже говорил, вот этот весь пластик стоил, набор это стольник. Что есть хорошо. Ну, потом эти три патрона с этим клеем. $15 где-то. Ага. Или 11. Нет, наверное, 15. Ну и вот так вот. Ага. Сверху подкрасим потом. Ну. И про силикон вот эти щелки теперь, видите, внизу там по периметру. Завтра купим специальный для ванных этот силикон. И засандалим и все. Ну и попробуем краны найти, наконечники эти. И вот эти блямбы железные надо закрыть для красоты, чтобы так это, знаете. Ну как-то вот так вот. Ну, такой вот проект. Ну блин, он меня вот так угнетал с прошлого года. Я в прошлом году обещал. А потом, как-то потом когда-нибудь. Ну и все, собирались купить новую ванную, полностью заменить. Я говорю, ну какого хера менять? Линолеум пол не меняем, блин, ничего не меняем. Ну что только ванну менять? Тогда уже горшок надо менять, да, и все это, блин. И столик вот этот нафиг, блин, все это, все, все такое, такое это. Ну, а нормально же еще, пойдет же что-то, да? Ну, он мужик какой-то стоит там. Ага. Ну все, вроде рассказал, показал, да? На этих уголовых еще эта пленка защитная, надо будет ее снять потом, когда все подсохнет. Ну, и потом здесь еще такую блямбу прикрутим и повесим душ сюда. Вот так вот. А здесь такой папка такой, и потом шторка такой, и все. Эй, камера. Аж камера растерялась, резкость не хочет наводить от такого ослепительного блестящего. Прямо душ прямо, ой бай, ой бай. Вот так вот сантехники канадские построили душ за ванну. Обстенили. Как забыл, как называется, блин. Tap surround, yeah, tap surround. Вот такой вот пятничный проект, 2-3-часовой. До новых встреч. Каждый занимается своим делом. Это булочки тебе? Да, это вот булочки. Ага, а там что стоит? Там хлеб стоит, поднимается. Ясно, что хлеб будет домашний. Да. Это вам не так просто, не тяп-ляп. А дядя Вова тут колдует, блин. Ездили сегодня целый день, искали фигню всякую. Нашли, наконец-то. Ну, старые все эти вещи наши не подходят многое. Ну, мы с запасом набрали, думаю, если что вернем.
Ну, с этим без проблем. Ну и более-менее так подходящие нашли. Не совсем то, что надо. Но чтобы закрыть эту безобразие, вот такую вот штучку, она не совсем тут это... А я на силикон посажу, наверное, все дела, да? Ну, главное, эти подходящие нашли. Ага. Ну, не знаю, для этого, для душа, такую может херню прикрутить. Что-то она мне никакого доверия не вызывает. Да. Китайская пластмасса. А может, свою старую бывшую. Так, ну сейчас самое главное силиконить. Надо швы эти долбаные, блин. Тут внизу у нас, оказывается, нифига не приклеилась пуля. Ну, видишь, Ладно, шаворится. А слушай, может взять прямо сейчас туда это? Ну, клякс. Чего-нибудь. Оки-доки, будем воевать. А булочки все лепятся и лепятся и лепятся. А хлеб уже готов. Видите, какой артизанский. Мы сейчас пойдем смотреть наш проект. Отсюда гараж и воздух дует очень хорошо. Приходила из Аура, сверху покрасила так немножко эту бьяку. Ага. Дядя Вова силиконил. Не, крупным планом не будем, да, по периметру так. Раз, так эти швы, так эти белым силиконом так шуршуть для красоты. Потом сегодня бегали крантики, покупали, поставили блестящие такие. Шлангачка остался такой старый, потускневший. Это тоже пока старый, потом купил новую. Эту фигнюшку старую, она мне очень нравится, знаете. В отличие от современных пластмассовых, этих китайских, их она как-то хорошо была так сделана. Повесил сюда эту фигню, а здесь сбоку болтик, видите, можешь наклон регулировать мощно, крепко, исключительно, однако однозначно крепко. Ну вот такой получился двухдневный проект. Теперь вы знаете, почему дядя Вова вот живет здесь, в Канадастане. Потому что здесь живут раздолбаи, разгильдяи, и здесь можно по-разгильдяйски жить, не вызывая подозрений или недоумения. Ну кто бы мне в Германии разрешил такие ремонты делать, правда? Вот так вот пару часиков в субботу и пару часиков это, в пятницу, и все, и огромнейший проект такой закончен. Видите? Ну вот так вот. Желаю вам тоже хороших проектов и всего хорошего.